Yeah.
Мои дорогие друзья, добро пожаловать еще раз на Экстрим Слотер Фест! Мы XLDC, я надеюсь, вы нас знаете. Вы знаете нас? Окей, а кто уже был на наших концертах? Здорово, но смотрите, сейчас, я думаю, вы сможете передохнуть, потому что это радиоориентированная песня. Попса, короче. Yeah.
Я вижу вечер. Вы устали, да? Где ваш крик? Я хочу услышать вас громче! Вот это я понимаю. Бля, вы охуенные, вы знаете об этом? Вы задумывались об этом? Прошу похлопать себе! Похлопайте сами себе все! Единение нам сейчас понадобится по одной простой причине. У нас не так давно вышел сингл. А вы слышали наш новый сингл? Да, он немножечко, как вы видите, связан с собаками, потому что это dogfight. Поэтому деритесь, как цепные псы, ребята. Цепные псы провозглашают. I'm
Сегодня замечательный вечер субботы. А знаете, что самое охуенное? Что понедельник выходной, да? Поэтому вы можете себе позволить не просто охуительно оторваться, а еще и хорошенько выпить, кто пьет. Если есть стрейт-эйджеры, мы уважаем ваш вкус, но это метал-фестиваль, правильно? Окей. Сейчас я хочу услышать дам. Дамы! Нихуя! Дамы! Мне понравилась вот эта бородатая лысая дама. Как раз в моем вкусе, кстати. Окей, это песня для девочек. Про хорошие отношения друг с другом. И если у вас такие отношения, то я советую вам, ну, не знаю, блядь, сходить нахуй. Это walk in your skin. Ладно, остаемся. Thank you.
Ну как вам песня? Это новая, она еще не вышла, она выйдет на нашем новом альбоме, который уже очень скоро. Окей, а сейчас расслабимся. Знаете почему? Я прошу клуб «Город» сесть на землю! Садитесь на землю, садитесь. Ты тоже садись. Вот стоишь пьяный, давай, садись. Окей, господа, как вы знаете, сейсмическая активность идет из-под земли. Я хочу, чтобы когда мы начнем основной риф, лесная нахуй содрогнулась. Вы меня поняли? Вы меня услышали? Я надеюсь, что вы меня услышали. Это 9, 7, 6... Готовьтесь, готовьтесь! До сих пор нет пива, это грустно. Но это не страшно, потому что я возьму вот эту бутылку воды и подниму ее за вас. Сегодня охуенный день и охуенная публика! Я хочу, чтобы вы покричали «Заебись!» не только для нас, но и для вас. Заебись! Заебись!
знают, что у нас великий клан, и вы часть великого клана. Спасибо, что вы с нами сегодня! Следующая песня – это наш предыдущий сингл. Она называется «Raised as Targets». Когда-нибудь заканчивается. Нет! Кроме... Бля, хотел какой-нибудь сериал привести в пример, но ни одного не помню. «Улица разбитых фонарей» пусть будет, мне похуй. Итак! Симпсоны! У нас... Да, Симпсоны и Гриффины, блядь! Ну так вот!
У нас остается последняя наша песня. Поэтому объявляется абсолютно официальная, полнейшая, злейшая «Стена смерти!» Расходитесь, я хочу вас видеть. Дима, включи свет, пожалуйста, в зале, я хочу видеть смельчаков. У меня вопрос. Вы злые? Ой, блядь, как-то очень добро. Вы злые? Сейчас я хочу, чтобы вы показали мне, блядь, насколько вы злые. Это Spine Break. Ждем моей команды, потому что она начинается интересно. Yeah.
Город, вы готовы? Вы готовы? Рандом пошел. Окей. Смотрите, сейчас очень важная вещь. Вы уставшие? Блять. Каждый раз все более усталые и усталые. Вы уставшие? Под эту песню нельзя быть уставшими. У нас есть традиция. Каждый концерт мы заканчиваем интересным камером. И мы думали, что бы взять на этот раз. У нас уже был Roots Bloody Roots. У нас уже был Slipknot. У нас уже даже было что-то еще, что я забыл. Что у нас было, Макс? Я уже назвал ее. Мой друг, как тебя зовут? Мистер Джей, ты почти угадал. Давай, итак, давай. В современной обстановке мы решили, что правильнее будет взять Slayer. И мы знаем, почему ваши молитвы не будут услышаны. Но для начала мы хотим сделать вам небольшой сюрприз. Мы сами не думали, что будем его делать.